Добрый день, спасибо за возможность выступить. Для Астана Лен – это очень интересная и любимая культура, ее собственник непосредственно любит. Да, это нишевая культура, Астан занимается льном достаточно давно. Первая отгрузка льна на экспорт случилась в 2007 году, и объемы росли после этого. Астан – первая компания, которая отправила большой теплоход «Хэнди» 33, по-моему, тысячи тонн мы отправили, впервые перевалив на Кавказе маленькими лодками с Ростова, Азова, там, с Константиновки, ну, в общем, с наших портов Дон. Ну и, соответственно, основной потребитель льна в мире – это Европа. Это вот к слову о том, что они будут делать без наших ресурсов, лен тому одно из подтверждений. Так сложилось, видимо, исторически, что основные производства, ну, основными как бы держателями технологий переработки льна, его дальнейшей переработки масла, использования этого масла, эти заводы сконцентрированы в Бельгии, есть еще в Германии. На сегодняшний день Европа потребляет порядка 600 тысяч тонн льна на переработку, на краш, на отжим масла и дальнейшую работу впоследствии с маслом. В России на сегодняшний день по разной информации, ну вот по информации Масложирового союза, перерабатывается 45 тысяч тонн масла, при этом производится 45 тысяч тонн масла, да, оговорился. Это значит, перерабатывается примерно там 120-130 тысяч тонн льна. В России в этом году произведено льна, ну, к сожалению, Минсельхоз достаточно и Росстат достаточно так информацию по льну не оперативно предоставляют, но в целом по оценкам 850-950 тысяч тонн товарного льна. Ну, Астан, имея опыт со льном, работая с ним, соответственно, решил развивать тему переработки в России и совместно с бельгийской компанией, как я сказал, бельгийцы, основные из переработчиков льна исторически, открыли совместное предприятие в 2019 году. Заработало это предприятие на базе законсервированного завода в Азове на Кандаурова 56. И этот завод на сегодняшний день работает, перерабатывает 105 тонн льна в сутки, производит льняное масло холодного горячего отжима, продает как холодный, так и горячий отжим, так бленды. И, соответственно, в настоящий момент реализуется проект по строительству нового завода. Конечно, понятное дело, что даже когда было приглашение, ситуация геополитическая была иной, но тем не менее, понятно, что для нас это новые вызовы, но никто от строительства не отказывается. Реализуется проект в Новоалександровке, это 15 километров от Азова, по строительству крупнейшего в Европе завода по переработке льна. И это завод, который будет специализироваться именно на переработке льна. Этот завод будет перерабатывать 450 тонн в сутки. К слову, в Европе самые большие заводы, ну, они тщательно скрывают, никто на бумажечке почему-то не хочет написать, сколько они перерабатывают. Но, тем не менее, в Европе крупнейшие заводы перерабатывают 350 тонн в сутки. Продуктами будет так же, как и сейчас, масло холодного горячего отжима, будет установлена линия рафинации, будет продаваться в том числе и рафинированное льняное масло и льняной жмых. Но это, собственно, визуализация будущего завода. Предполагается установление силосного оборудования на 30 тысяч тонн льна, соответственно, своя возможность по подработке, убрать мусор, ну, сушить, я думаю, для юга такой необходимости нет, потому что вот были в Челябинске, например, в этом году они, конечно, лен сушат, они бывают, лен убирают с влажностью 12, даже там 14%, отдельные, может быть, поля даже выше, они лен подсушивают, но, в принципе, особого вреда для него не наносят, для тех регионов. Но тем не менее, на сушке не будет, но элеватор, зерновая башня, сепараторы, это будет все присутствовать. В целом мы сможем на данном элеваторном комплексе принимать лен с полей. Более того, ну и сейчас мы работаем с партнерами в Азовском районе, в Кагальникском районе. Они тоже принимают лен, в том числе и из полей, подрабатывают его по сору.
Собственно, что мы имеем сегодня? Да? Как я сказал, 105 тонн в сутки сегодняшняя переработка, это примерно 35 тонн проектная мощность. К сожалению, завод, как я сказал, не очень молодой, бывают поломки, но 30 тысяч тонн мы перерабатывали уже в прошлом году, год закрылся, вот там, ну, точную цифру сейчас не вспомню, но около 30 тысяч тонн, плюс-минус там, 200 тонн. Новый завод будет перерабатывать 450 тонн в сутки, то есть это 150 тысяч тонн уже в год. На сегодняшний день, ну, мы, соответственно, и принять там можем 150 тонн, 35 тысяч тонн в год. На новом заводе это будет 150 тысяч тонн в год автотранспорта. Мы рассматриваем ЖД-ветку, ну, это так для информации, потому что, когда буду сейчас вернусь к Альну, к его показателям, которые нам интересны, объясню почему. Да, мы ЖД смотрим под Лен вот из тех регионов, которые активно сейчас смотрят в сторону Льна. Это Челябинская область, в том числе, это Казахстан, возможно, это Сибирь и так далее. Ну, что касается выпуска продукции, на сегодняшний день мы делаем чуть больше 10 тысяч тонн масла в год. Мы в России уже сейчас, в принципе, с Содружеством конкурируем за пальму первенства. Содружество перерабатывает Лен в Калининградской области, но не на монозаводе, этот завод, который вот Азовский, даже сейчас только на Льне работает. Но в будущем это будет до 55 тысяч тонн в год. Дай бог, есть еще проект по расширению завода, тогда он сможет там 600 тонн в сутки переработать. По жмуху на сегодняшний день это 20 тысяч тонн льняному жмуху, в будущем это до 90 тонн. Ну и, соответственно, соответствующие мощности отгрузки. Ну, немного по производству, чтобы было понимание, да, то есть нам приходит лен автопоставками, он подрабатывается до определенных показателей. В целом могу сказать, что сейчас оборудование, которое подписано под новый завод, обсуждается о том, что лен на входе с сором будет 3-4%. Поэтому, собственно, сельхозпроизводители, у нас желание покупать лен с сором 3-4%. Если будет выше, как я сказал, мы можем подработать, и сейчас уже можем подработать. На текущем заводе, который сейчас действует, как я сказал, в Азове на Кандаурово, мы тоже принимаем завод от 3-4%, но базис для завода все-таки 3%. Семена попадают в прессование, холодное прессование, ну, оно холодное условно, да, тем не менее, все равно семена нагреваются до 40 градусов. После этого масло, которое получено, оно идет на фильтрацию. Это масло, как вы понимаете, наиболее ценное. В нем меньшее содержание примесей, меньшее содержание фосфора. Ну и, соответственно, это масло стараемся хранить отдельно. Есть контракты отдельно под прессовое масло, иногда миксуем. Дальше мятка после первого прессования идет на горячее прессование, разогревается в жаровнях до 100 градусов. Здесь уже у нас выделяется как раз масло горячего отжима, оно также фильтруется. И, собственно, льняной жмых. Что касаемо льняного жмыха, это протеин 36 на фактическую влагу, остаточная масличность, ну, примерно 7%. Остаточная влага... Да, жмыхи. Да, влага... По контрактам у нас до 8, но сейчас можем держать 6, все время пытаемся повысить. Ну, как вы понимаете, это для нас баланс, есть определенные трудности. Что касаемо самого масла, его применения. Льняное масло – это вот его основные рынки сбыта, да, то есть это корм рыб и животным. Собственно, льняное масло богато линоленовой кислотой, С18-3, это омега-3. Его добавляют в корм рыбам, в том числе аквакультуры, Содружество, о котором уже упоминал. Они работают плотно с Норвегией в силу своего географического расположения и продают масло, собственно, на корм рыбам. У нас тоже есть контракты на Чили, в акваторию, вот, ну, первые пробные отгрузки на корм, в том числе рыбам. Это пищевая отрасль, ну, я думаю, тут понятно, это бутылочки маленькие, фасованные, вы видели в магазинах. Химическое производство, фармацевтическое производство, производство линолеумов, ну, собственно, линолеум поэтому так и называется, да, половые покрытия в том числе вот, ну, производятся, лаки, ну и косметика. Да, это вот основные рынки для льняного масла.
дорабатывают, европейцы активно дорабатывают, у них так есть называемые вареное там масло, бойлер, обработанное, да, температурно, и модифицируют в том числе. И Китай сейчас активно в том числе тоже строит производство, современное производство, более того, оборудование у них есть для переработки льна. И Китай тоже в сторону льна смотрит с высоким интересом, собственно, поэтому это дает некоторый импульс для развития в тех регионах, Южного Урала, Сибири, ну и Казахстана в том числе. Что касается самого требования льна, ну тут нужно понимать, что лен все-таки это культура экспортная. И как я упомянул, да, Россия производит, произвела в прошлом году 900 тысяч тонн льна, плюс-минус там, 50 тысяч тонн. На сегодняшний день лен уже рассредоточен по стране. Если, например, в 2016-2017 году основной производителем льна в России это была Ростовская область. На сегодняшний день, да, Ростовская область, тем не менее, тоже в лидерах. Я сейчас не могу сказать на первом месте, на втором. Но прибавились и другие области, где очень много производится льна. Это Новосибирск, Челябинск и так далее. Но, тем не менее, лен – это экспортная культура. Мы и требования выполняем, ну, во всяком случае, выполняли, да, экспортеров. И в настоящий момент теплоход лен там в Европе есть, да. Соответственно, это требования там, регламентов Европейского Союза относительно остаточного содержания пестицидов. И для льна пестициды – это прям такая вот тема острая и болезненная. Что касается обычных параметров, да, которые есть в контрактах, ну то есть это вот не представлено здесь, это по масличности базис 40, минимум 38, влажность 9, сор, ну уже сказал, да, что хотим видеть 3 на заводе и в будущем хотим видеть 3, но в целом принимаем сор до 10, здесь указаны именно европейские требования, да, как продается российский лен в Европу, как продается в принципе российский лен в Китай, где сорная примесь ограничена 5 и кислотное число, кстати, в европейских контрактах, по-моему, не регулируется, регулируется free fatty acid, свободные жирные кислоты, для, ну, в российском госте это кислотное, вернее, да, говорился, в российском госте это кислотное число, вот free fatty acid это 2%, кислотное число 4 мг калия, но в целом с южным льном, с кислотным числом вообще особо проблем не сталкивались. Да, в этом году были, кстати, проблемы с самим семенем льна, то есть он был с налетом, был поврежден, наверное, это связано с климатическими, с дождями, да, с то, что заливало именно в период уборки льна, и, может быть, он шел с повышенной влажностью, его плохо сушили, пытались там распределить. Но, возвращаясь к основным таким точкам, на что сейчас в льне смотреть. Что касаемо пестицидов. По нашему ощущению, в целом сейчас использование пестицидов стало какое-то более разумное, потому что какая вот с этими пестицидами штука? Попробую вернуться. Вот это вот требование Европейского Союза по пестицидам и регламент, которым оно регулируется, оно было вообще принято в 2005 году. Я сейчас не помню, в 2015, по-моему, году было ужесточение, и очень сильно это повлияло на экспорт, то есть европейцы вынуждены стали смотреть за пестицидами и просто у себя не могут этот лен использовать под пищевые цели. Под технический, да, могут, но техническое масло более дешевое, пищевое, вот, пожалуйста, выполните эти требования. Сначала было очень много проблем, в том же 2016 году, даже Астон там очень, только со своих ферм, честно говоря, экспортировал лен. В 2017 мы проэкспортировали порядка 80 тысяч тонн, и, в принципе, видим, что и фермера научились как лучше работать с пестицидами. Что мы делали изначально? Мы запрашивали списки, чем работали, в каких пропорциях, коммерческие названия, и пытались уже по коммерческим названиям сами внутри себя понять, а мы примерно пройдем или не пройдем, потому что в 2016 году, вот когда я начал работать, у нас в России даже не было лаборатории. Вот проверить согласно вот этим вот европейским требованиям возможно было только в Европе, в Талуэре, в Роттердаме и еще где-то. Мы по-разному изгаляли, честно говоря, и брали на себя эти риски.
вплоть до того, что из России нужно, как вы поняли, ну, может, знаете, нужно отправлять образцы только с фитиками, это очень дорого, это очень там тяжело, отправляли через Одессу. В общем, когда этот большой первый теплоход отправили, два даже теплохода в 2017 году, затраты на анализы составили 125 тысяч долларов, ну или 123 тысячи долларов, то есть это 125 плюс. Сейчас лаборатория, слава богу, в России открылась, вот в этом году первый раз Катекна закупила оборудование, оно стоит там порядка 36 миллионов, за анализ они берут с нас 500 долларов, брали сейчас, не знаю, как там будет, ну вот, соответственно, хотя бы появилась возможность проверять, потому что ни центр оценки качества зерна, ни какие-то другие российские лаборатории, у них уровень определение остаточного содержания пестицида был выше, чем разрешенное вот, ну, согласно европейским требованиям. Я здесь, на самом деле, список этих пестицидов, ну, там сотнями исчисляется, их, по-моему, 180 или вот что-то такое. Я привел вот основные, с которыми мы сталкиваемся или наиболее часто сталкиваемся. Что касается глифосата, да, о котором говорили. Его, собственно, у него самый, вот вы видите, да, что вот все выше пестициды, у них там пределы, допустимые пределы, это 0,05, 0,05, 0,1, 0,01, да, самый высокий. По-моему, вот из этого списка самое высокое содержание, допустимое предельное содержание в семенах, это 0,2 миллиграмма на килограмм. Для глифосата это 10. Мы ни разу не сталкивались, чтобы были проблемы по глифосату, да, то есть мы его, может быть, даже, мы его, ну, нам его обнаруживали в европейские лаборатории, но тут же что, это не значит, что нельзя ли он там, ничем по нему работать, это значит, что нужно найти какую-то вот методику, да, которая позволит не превышать вот это остаточное содержание пестицидов. В любом случае, переработка нам дает возможность немного играть этим, потому что таких требований жестких к маслу нет, они иногда проверяют там масло тоже на остаточное содержание пестицидов, если мы говорим о пищевке, например, у нас был европейский контракт, и да, они сказали, ну мы не можем, мы у вас там нашли то-то, 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 уже в самом масле непосредственно, но тем не менее рынок есть, да, и содружество, и мы, вот лен, который не подходит под экспорт как семя, мы можем пускать переработку. Но тем не менее, это и для нас определенные риски, поэтому мы, может быть, и в дальнейшем готовы вести беседу, там, может быть, на своей площадке, на площадке завода, там, на базе Астана, вести диалог с фермерами, чтобы искать вместе пути для того, чтобы оптимизировать использование пестицидов, чтобы мы не сталкивались с этими рисками, и для вас был всегда рынок сбыта. Потому что, ну, если честно, если есть пестициды, ну, с этим льном особо в России делать нечего, он может поехать в лучшем случае на Турцию, где будет стоить значительно дешевле. Или такие компании, как мы, Содружество, ну, Содружество не покупает ноги, но тем не менее, могут купить и пустить в переработку, но на сегодняшний день и до 2023 года, да, завод должен запуститься к началу 2024 года, так скажем. И, соответственно, мы до этого момента сможем покупать 35 тысяч тонн льна именно под переработку. Что касается самого льна как такого под экспорт, в этом году мы купили больше 120 тысяч тонн. И на юге, и вот в той части, где я говорил, это Челябинская область, в Казахстане не покупали в этом году, но вот в том числе был. Почему мы вообще туда лезем? Чего же нам не хватает здесь на юге льна? Да? На юге есть у нас тоже конкуренты, я думаю, все компании знают наших конкурентов. Но зачем мы лезем туда? Есть вот йодное число. И мы хотели бы обсудить это йодное число не сегодня, наверное, но как бы этот момент все равно поднимать. Йодное число, это, к сожалению, тут ошибка, да, не дописал. Это грамм йода, да, который на 100 грамм потребляется масло. Оно косвенно показывает содержание, ну не косвенно, а прямым способом показывает содержание ненасыщенных жирных кислот. И, соответственно, оно же косвенно показывает содержание нашего омега-3 линоленовой кислоты. Китай, который для нас на сегодняшний день, для нашего предприятия, является основным рынком, мы продаем в Китае там, ну, от 80 до 90%. Ну, кстати, контейнерами, думаю, вы сейчас слышали, что с контейнерами тоже есть определенные проблемы. Ну, как бы поживем, увидим, как оно будет разворачиваться. Главное, чтобы у них тоже
все там выдержало от того, что они делают. Ну ладно. Китай для нас основной рынок, но Китай просит категорически, настаивает, да, в контрактах, чтобы это было содержание омега-3 выше 50%. Китай достаточно много масла, почти все, которое закупает, импортирует, не знаю, как внутри своего производства, потому что Китай тоже много производит. Китай, наверное, в ближайшее время все-таки станет номером один по переработке льна. То есть сегодня это Бельгия, Евросоюз, но это Бельгия, Германия, которые, как я сказал, перерабатывают 600 тысяч тонн льна. И примерно столько уже перерабатывает Китай. Но в Китае вводятся новые мощности, строятся заводы новые, и, соответственно, Китай в ближайшей перспективе будет номером два. Еще таким большим производством является США, она импортирует лен из Канады, ну, грубо говоря, там заводы через границу, да, в близлежащие штаты, но они перерабатывают всего 150 тысяч тонн льна, и вот Россия будет тоже перерабатывать порядка 200 плюс тысяч тонн льна. Я знаю, у многих компаний сейчас тоже есть интерес к льну, не только там у Астона, не только у Содружества, и не только вот у тех компаний, которые в Сибири находятся. Севос компания, она активно у нее есть в структуре уже переработка льна. Йодное число нам нужно. Нам нужно вот добиться этого йодного числа, нам нужно добиться с омега 3 выше 50%. Если и на сегодняшний день это, к сожалению, с южным льном, который производится в Ставропольском крае, ну, под южным льном мы понимаем Ставропольский край, Ростовскую область, наверное, частично Волгоградскую область, все, что уже дальше. Ну, с ЦФО у нас не особо удается покупать, потому что там ЭФКО покупает, Содружество покупает. Но, тем не менее, был у нас опыт там с Воронежем, там было более высокое йодное число. Вот на сегодняшний день с Ростовской областью, ну и вот с южными регионами, проблема с йодным числом. Нету пока какого-то однозначного ответа. Мы общались с нашим руководителем хозяйств, с Игорем Владимировичем Кузнецовым, ну, наверное, кто-то его знает. Но его мнение о том, что в России, на юге, неправильно выразился, на юге, вот такой солнечный день, все зависит от солнечного дня, фазы, когда сеется лен, вот так совпадают, не хватает солнечного света, солнечный свет напрямую влияет на йодное число, то есть оно более низкое, и оно не реализует весь потенциал, который есть в семенах. Наши бельгийские коллеги, они не согласны с этим, они считают, что все дело в семенах, что вот есть опыты, что есть опыты канадского льна там и так далее, с высоким содержанием йодного числа, и показывали нам анализы, где йодное число выше под 200, да, вот это единиц йода. Обещали нам передать какое-то количество, чтобы мы там что-то засеяли, хотя бы там 5-10 гектар на пробу, да, там огородили как-то это поле, типа сделали демонстрации, но теперь вот не знаю, мы сможем передать в этом году, не сможем передать пока, к сожалению, не передали, но планировали. Но, тем не менее, вот это для нас предмет, да, понятно, цена, всегда цена будет диалогом, но лен, я думаю, та маржинальность, которая была на льне в этом году, эти цены, которые были на льне, они очень хорошие были в сентябре и в конце августа, да, это цена доходило до 60 без НДС, даже, чтобы вы понимали. Да? Можете сравнить с остальными масличными культурами. Будет так в следующем году, не будет, пока вообще непонятно, что как. И урожайность на юге была отличная, на наших хозяйствах выше, чем 2 центнера с гектара убирали в этом году, по-моему, 2,5, 2. Ну, я не знаю, сколько в итоге в целом получилось, но на отдельных полях это было там чуть ли не по 3 центнера. По 30 центнеров. 20, соответственно, это выше 20 центнеров с гектара и даже до 30. Кстати, к слову, вот Челябинск, который там, у них высокое йодное число, более высокое, Сибирь более высокая. Мы когда были, там фермера убирают по 5-6 центнеров с гектара. Мы когда с ними общаемся, говорят, ну что, мы сеяли и будем сеять. Нам тут очень тяжело, но мы вообще не сдаемся. Мы прям очень хотим работать, нам все нравится. Поэтому я призываю всех тоже не сдаваться, не терять оптимизма. Вот. И, соответственно,
призываю нас всех к диалогу, нас как потребителя, Aston и большой экспортер, и переработчик, и в перспективе вот, завод, да, который, я сказал, будет перерабатывать 150 тысяч тонн. Но мы бы хотели вот такое совместное сотрудничество. Если мы сможем обеспечить это высокое йодное число, мы сможем выходить, ну и плюс это будет новый современный завод, все нужные сертификации, мы сможем выходить для себя на более премиальные рынки с точки зрения сбыта масла. Ну и соответственно мы сможем платить лучшую цену, и однозначно мы должны будем платить лучшую цену, чем то, что будут предлагать экспортеры. Поэтому ну, мы к этому диалогу призываем, ну просто из логики, да, мы везем туда семена, они перерабатывают там и реализуют. Ну вот. Хотелось бы перерабатывать здесь и реализовывать. Но сейчас о цене сложно говорить, потому что ну, рынок, ну честно, европейский рынок колбасит. Чтобы вы понимали, европейский рынок это 5-6 основных покупателей. Да, есть трейдера, кто-то бывает Фитера, например, та, которая Глинкор. Она перекупает что-то, участвует как-то на рынке. Иногда возникают какие-то в отдельные сезоны трейдера. Но это 5 или 6 заводов. Если на рынке много покупателей, например, есть Aston с большой лодкой, все знают, Aston это большая лодка, цена падает. Например, вот сейчас цена на Генте падала до $820 за тонну. Это считается обратно, ну, против того курса, который был на тот момент, там, да, это считалось не очень хорошо. Это цены были более низкие, чем в августе, в сентябре. На сегодняшний день цена уже пошла вверх, а с теми ограничениями, которые ЕС сейчас анонсирует, цена вообще может улететь. $7. То есть мы ждали тысячу, не дождались. На юане полетит. Ну, в том числе может быть, да. Но что касается, смотрите, что касается Китая, мы тоже готовы обсуждать этот момент. В принципе, ничего нам не препятствует собирать большую лодку и отправлять на Китай. Но на Китай фермы должны быть аккредитованы. То есть вы должны сами, не мы, мы аккредитованы как трейдер, да, Aston. Если говорить именно о трейде, об экспорте, да. Мы аккредитованы как трейдер, вы должны аккредитовываться через Россельхознадзор. Вы должны подавать заявку, если нужно, мы можем какую-то оказывать вам информационную помощь, то, что сами знаем. Но вот те регионы, которые Сибирь, Челябинск, ну, которые, в принципе, заточены, и им дал именно Китай импульс, они все это знают, там практически, ну, там, 50-70% хозяйств аккредитовано. У нас на юге здесь пока никто не аккредитован. И если вы хотите смотреть в сторону Китая, это не важно, как пойдет. Там, контейнерными линиями, либо пойдет морем, большим теплоходом. Ну, как я сказал, мы там 35 тысяч тонн льна можем собрать и отправить в Китай. Но нужно, чтобы вы тоже аккредитовывались. Это не то, что невыполнимое требование, да, аккредитоваться. Это вполне себе выполнимое требование. И, как я говорил, вот в той части России практически все фермера аккредитованы. Под Китай под лен, да, важно. Но у нас на юге мы вообще, по-моему, никого не встречали. Кто-то сейчас принимает это? В настоящий момент нет, сейчас не принимаю. Аккредитация на выращивание, да? Ну, это сертификация, то есть китайцы в том числе отправляют своих представителей, они приезжают, проводят аудит именно производства, да, что плен производится. Но я на сегодняшний день не могу сказать, что там конкретно нужно. Если этот диалог будет интересен, мы можем продолжить впоследствии тоже со своей стороны обсуждать там, ну и на уровне толк. Торгового представительства России в Китае и так далее. Вот. Ну, мы можем оказать какую-то поддержку, но нужно понимать. На сегодня мы бы с радостью взяли тот лен, который у нас остался на юге, отправили, может быть, на Китай, но сделать этого не можем, потому что лен получен не от сертифицированных сельхозпроизводителей. Ну и тем более там в цепочках еще и трейдера периодически. Только масло можно. Масло можно. Ну, я начал. Масло. Главная задача, надо переработать, заставить все на добавки. Не, ну так я, собственно, то я же с этого и начал. Да, что... я с этого и начал, что у Aston есть проект переработки. Да. Вот такие перспективы. Ну, еще можно в 3 раза увеличивать по сравнению с Бельгией. Ну да, посмотрим. Посмотрим. Виталий Андреевич, спасибо вам большое за ваше выступление. Очень содержательное, очень интересное и, главное, оптимистичное.
Вопросы, может быть, есть? Да, есть. Пожалуйста. Хотелось бы вернуться к йодному числу. Кто говорит, что у нас солнца не хватает? Кто это говорит? Ну, я тут могу только так, как передатчик работы, да, это вот... Про Бога услышали, я понял. А что говорит наша наука, наш институт? Ну вот это мы общались, как, это когда Игорь... Это когда Игорь Владимирович Кузнецов общался, наш руководитель сельхозхозяйства Астана, ну, Астана, там, 40 тысяч гектар земли. Мы выращиваем лен, понятное дело, тоже, производим порядка 5 тысяч тонн. Он когда общался с ней, они сказали, да, что вот на юге не хватает именно фазок солнечного дня. То есть, не хватает. Длина солнечного дня. Ну, может, конечно, что-то это разрабатывать, семена выводить какие-то. Ну, в ним, кстати, сою разработал, которая устойчива к длине солнечного дня, так что, я надеюсь, наша наука поддержит. Так, а пойму, что-то обещать. Ну, зачем поставки, пускай выводят сортологию? Ну, наверное, будет, потому что по информации Ильинка, вот я, насколько я знаю, по прошлому году в пределах миллиона гектар льна, я, честно говоря, удивился, в общем-то, ну, такой да. площади. Оно так и есть. Активно замещение идет на Южном Урале, ну и за счет этих регионов. Но Ростовская область за счет тоже скачка льна в сезоне, так этот сезон какой у нас, 21-22, ну лен активно рос там в 20-21. Поэтому тоже посеяли очень много льна, убрали 130 или 140 тысяч тонн в Ростовской области только. Только в Ростовской области.